А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также жми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Funny Games, и мы продолжаем играть в игрушку Tasty Blue. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим нашу игрушку. Мы в прошлый раз уже закончили эпизод этой золотой рыбочкой, которая нам постоянно помогала. И теперь переходим к более крутому эпизоду. А плавать мы будем, наверное, ребяточки, дельфином. Так, сейчас я посмотрю. Так, включаем play, дорогие друзья, и здесь у нас следующее мы видим. Так, ребятчики, мы видим буквально следующее. У нас есть работник зоопарка, работник дельфинария, который командует мне, чтобы я прыгал через огонь. Что я, собственно, сейчас и попытаюсь сделать. Так, ребятчики, а тем временем в новостях ребята показывают о том, как золотая рыбка съела целый корабль, ребятки. Это я в прошлой части был. Так, и тут дельфин думает, а что если я тоже стану такой большой рыбкой, как предыдущая, и убегу с этого, собственно, дельфинария. Так, ну что ж, давайте посмотрим, попробуем. Вау, ребята, прикольно, да? Посмотрите, как мы умеем. Так, мне надо, наверное, мяч туда просунуть. О, много рыбы получилось, так что мяч получилось, ребяточки, у меня. Забросил сюда. О, видите? Отлично. Просто супер. Я считаю, что это просто круто, ребятки. Посмотрите, насколько мы выросли с прошлого раза. Посмотрите, сколько рыбы мне сыпят. Вот это да. Вот это вкусно, ребятки. Ой-ой-ой, я обжегся, ребятки. Оказывается, еще можно обжечься, я не знал. Ребята, всю я... О, все, ребяточки. Я съел всех моржей. Ребята, всех котиков я даже съел мяч. Вы только посмотрите, как я вырос быстро, ребята. Это просто что-то. Так, ведра съели. А почему плачет наш этот? Боится. Съели его моржи. Вот так. Ну, ребята, мы делаем победу. Здесь на каждом месте, ребяточки, вертолеты. Надо убегать в море, в океан. Все, ребяточки. В океан. О, здесь даже мы акул можем слушать. И, о, подводные машины с акулами. Вы посмотрите на них. Вы только посмотрите на этих чувачков. Машины подводные, это, конечно же, прикольно. Давайте. Чуть-чуть вертолет, ребяточки, меня не перерубили на две части. Так, ребят, ну что ж, погнали дальше. Продолжаем дальше играть нашу игрушку. Так, поехали. Следующий уровень у нас какой? О, ребят, следующий уровень у нас на дне океана. Вы только посмотрите. А нас не касает? Ох, ребятки, нас касает. Это. Кто-то нас укусил, потому что я даже не знаю, что. Посмотрите, как я начинаю быстро питаться этими чувачками, такими желтыми рыбками, которые здесь для меня понаставляют рыбочки. Все, ребята, отлично. Настроение у меня поднимается, так как мой рост уже намного больше, чем был предыдущий. Отлично. Даже нам намного круче плавать, чем рыбка, это могу я сказать, ребята. Это только посмотрим. Вау! Это все подряд. Это реально. Ого! Отлично, дорогие друзья. Мы очень огромные выросли, и мы продолжаем играть. Поехали. Так, следующий уровень у нас. Что здесь? Ух, ребята, это золото какое-то. Что это за черепа такие? Это черепа, наверное, пиратов здесь. Все, нам сначала нужно золото съесть. А потом уже, наверное, все. А, вон череп, ребят. Катится небольшой. Ау, ребята, черепа.
вы представляете? И сундук тоже, наверное. Да, отлично, дорогие друзья. Это такой маленький был уровень. Мы его прошли всего за 23 секунды. Давайте продолжим. Так, ну что это такое у нас? Нам нужно защитить вот эти маленькие рыбки. Потому что больших пока мы не... Ой, меня укусили водоросли, ребята. Так, вот мы сейчас собираем. Ого, там кальмар. Ой, укусил тоже. Там огромный кальмар, ребята. Был огромный кальмар, который ждет меня. Ну, все-таки хочу сказать, что я довольно-таки быстро расту. Я думал, что будет помедленнее, но... Расту быстро. Смотрите, ребята. Съедаю все, что вижу на своих... Да, ребятки, и даже осьминога съел огромного. Вы представляете, вы это видели, я даже съел огромного осьминога. Так, ну что ж, погнали дальше. И что это такое? О, это кокосы здесь, ребят. А сколько мне нужно их? 100 штук надо съесть, ребят. 100 кокосов надо съесть, чтобы выбраться отсюда. Так, ребятки, мы уже съели 50 штук. Осталось еще немножко. Осталось еще 50. Съесть, и мы этот уровень пройдем. Так, собираем кокосы. Сколько ж кокосов мне влезает в живот, да? Интересно. Больше 100, может ли? Или только 100? Так, ребятки, один еще остался. Все, ребятушки, наконец-то мы 100 штучек с вами только что съели, и мы продолжаем играть в нашего дельфинчика. Погнали. Так, переходим. Так, ребятки, скоро пол игры уже мы пройдем с вами. А еще будет у нас уровень с акулой, ребята. Акулой будем плавать. Так, давай. Так, эту рыбу пока мы не можем кушать. Давайте пока вот эту маленькую будем кушать. О, уже и побольше можем, отлично. Отлично, ребяточки. Довольно неплохо. О, мы съели, ребятки, спасательные круги. А здесь что? Здесь водолазы плавают в пещере. Так. Собираем рыбку вот эту всю. О, дорогие друзья, классно. Вы только посмотрите. Мы уже с вами съели всех людей, которые здесь плавали. Мы уже 2 миллиона всех водолазов. Отлично. Нам надо еще больше кокосов, чтобы снести в эту кладку, ребят. После того, как эту кладку сможем снести, мы съедим всех людей, которые стоят наверху. И никто не знает, что дельфин может так кусаться, да?
О, все, ребят. Ребят, я теперь смогу съесть. Все, я съел этих людей, которые здесь стоят. Ого, 3,6 метров, ребят. Посмотрите, какие мы огромные. Ого, даже машины уже входят, ребята. Только подводные лодки с машинами пошли в ход, конечно. Что ж, съели мы, ребяточки, практически всех здесь. И это просто, ребятки, супер. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько. Мы сегодня, ребятки, поиграли дельфинчиком. И, наверное, будем на этом, ребяточки, заканчивать. Так что подписываемся на мой канал, ребятки. И до скорых встреч в следующих сериях. Пока-пока.